Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я обновился. Обновился, и подтверждением тому является факт наличия у меня в дереве Китая дополнительной веточки по БЗ-75. Я это показываю для чего? Для того, чтобы вы не говорили мне в комментариях, что я это видео снимал еще до обновления, потому что у меня сейчас очень большой вопрос есть по КПЗ-70. В частности, вопрос, наверное, к разработчикам, один из двух. Либо точно ли вы что-то в нем меняли, либо... Возможно, вы обновление на КПЗ-70, а именно обещанное улучшение точности, собираетесь кинуть немножечко позже. Потому что обновиться, как я уже сказал, я обновился, но разницы по КПЗ-70 я не увидел абсолютно. Значит, смотрите, что мы имеем и что у нас влияет на точность по орудию. А орудие, действительно, у КПЗ-70 в отношении точности всегда было хреновое. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы стало лучше. Я об этом говорил в своих видео, когда делал обзоры на КПЗ. Итак, ребят, время сведения 3,9 десятых и разброс 0,349. С установленным оборудованием, ну, короче говоря, все как надо. Вот на ваших экранах то, что было, ну, не знаю, более года назад, технические характеристики по орудию. 39 по сведению и разброс 0,349. Не совсем, ребят, понимаю, в чем конкретно произошли изменения и произошли ли они. Не знаю, может, все-таки разработчики собрались растянуть вот это улучшение машины, ребаланса. В частности, разработчики в релизе обещали изменения по ТТХ в 22 машинах 9 уровня. И, может быть, это изменение произойдет чуть позже. Но пока, после первого обновления, и в частности, появления ветки по БЗ, ну, вот такая вот картина по КПЗ-70. Не знаю, может, конкретно в бою как-то по-другому будет играться. И разработчики там что-то немножко подкрутили. Давайте попытаемся посмотреть, мало ли, может, я ошибаюсь. Может, не обязательно цифры должны меняться в технических характеристиках по машине, а должно что-то поменяться, ну, просто по ощущениям в самом бою. Если так, то, блин, как мы тогда можем понимать, действительно ли вносились изменения, или этих изменений не было, о них только говорят, или, может, мы сами должны себя, как эффект плацебо, убедить в том, что да, действительно, стало играться гораздо лучше. Не знаю, ребят, я не то чтобы грешу на разработчиков, повторюсь еще раз, возможно, обновление, которое закинуло нам в игру новую ветку по Китаю, оно не несет в себе вот тех вот нововведений в отношении ребаланса 22 девяток. Может быть, может. Но в таком случае, чисто справедливости ради, разработчики могли бы написать в информации по новости или сказать в релизе о том, что обновление будет происходить там не за один раз, а по чуть-чуть. Ну и, соответственно, будьте готовы к тому, что там образно такого-то приблизительно числа вы получите то-то, а такого-то числа приблизительно получите, ну, что-нибудь другое. Так, ладно, тестим мы точность, ребят, и давайте будем тогда пытаться найти жертву какую-нибудь где-нибудь подальше от нас. Ну, вот, допустим, КПЗ-70, еще один светится. Ну, ребят, ну, как сводился, так сводится. Но удивительно, попал сейчас практически в центр прицела. Как это? Не знаю. Может, это какая-то сейчас подкрутка от игры, а может, действительно изменения внесли незаметно. То есть в ТТХ ничего не меняли, а поменяли просто вот по факту, так сказать, в играбельности. Не, ну слушайте, точно бьет. Смотрите, на среднем расстоянии КПЗ-70 я два раза только что выцелил нижний бронелист, и прилетел мой снаряд четко в... Ну, практически четко в центр прицела. Это действительно... Действительно удивительно, по крайней мере для меня, потому что для меня КПЗ-70 всегда в отношении точности орудия на дальних расстояниях оставлял желать лучшего. Такс. Ну что, целимся. Блин, ну точный, зараза, слушайте, ну я удивлен. Как оно так может работать? Как это все устроено? Я, честно говоря, не совсем догоняю. Блин, надо еще в одну катку зайти, потому что одного боя явно недостаточно. Досматриваем данный бой и... Параллельно, кстати, посмотрим на БЗ-68. Тест и прокачка всей ветки будет на стриме буквально через час-полтора. Заходите, посмотрите.
вместе со мной потестим в прямом эфире, как говорится. Ну и забегая наперед, вот всем тем, кто хочет сейчас написать в комментариях по поводу того, что я слил катку, по поводу того, что я играть не умею и так далее. Ребят, если бы целью данного видео было набросать максимум урона или там, я не знаю, победить, то тогда, наверное, я бы играл немножко по-другому. Я бы сразу атаковал тех, кто поближе находится, использовал бы фугасы, допустим. Ну и, в частности, разбирал бы тех, кто находится ко мне поближе. Я же в бою пытался найти на каких-то средних и дальних расстояниях себе какую-нибудь мишень, на которой протестить точность орудия. Поэтому, ребят, все свои негативные комментарии быстренько собрали в кучку. Ну, те, которые касаются конкретно качества отыгрывание в данном бою, и быстренько засовываем себе ниже копчика. Ну а мы, друзья, берем КПЗ-70 и поехали еще в один бой. Опять-таки, повторюсь, исключительно тестить точность по орудию. Я не провожу тесты свои в тренировочных комнатах. По одной простой причине, потому что тренировочная комната — это нереальный бой. Когда твой соперник в тренировочной комнате стоит как вкопанный, то понятное дело, что ты можешь спокойно остановиться, спокойно свестись, спокойно прицелиться и мягенько нажать на клавишу, либо кликнуть по экрану. Ну и, соответственно, произвести максимально точный выстрел. Когда мы тестим с вами улучшение в данном случае точности по КПЗ-70 в реальных боях, то, соответственно, в реальных боях и тестить необходимо. То есть заходить в нормальный обычный бой и с соперниками, которые пытаются выжить, которые пытаются танковать, которые пытаются мансить, которые находятся на разных от нас расстояниях, мы можем, как мне кажется, заценить качество орудия. Ну и на данный момент, как я уже сказал, у меня огромный знак вопроса. А действительно ли вносились изменения? Потому что, с одной стороны, да, действительно, я сейчас сделал несколько выстрелов на КПЗ-70, которые своей точностью меня очень сильно удивили. А с другой стороны, в технических характеристиках по машине изменений вообще никаких нет. Ну, вот так вот. Пишите, кстати, свое мнение в комментариях по поводу того, действительно ли в КПЗ-70 уже внесены изменения, прочувствовали ли вы их, если вы эти изменения уже пытались прочувствовать и тестили машину на предмет изменения по точности орудия. Ну, в общем, ребят, жду ваших комментариев под видосом. Ну, а плюс к тому, если вы за честность автора на его канале, если вы за то, чтобы видеть свежие новости тогда, когда надо, полный разбор всех новостей и событий в игре, абсолютно честные обзоры на все машины, которые есть в игре, и в частности те, которые выходят на продажу, и свежие танки, которые только появляются в игре. Ребят, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите лайкос данному видео, нам с вами однозначно по пути. А вот здесь вот КПЗ-70 во всей своей бывалой красе. Без сведения снаряд уходит, как мне показалось, повторюсь, возможно, мне показалось, но, по-моему, он ушел вообще мимо круга разброса. Так. Блин, ну точный же стал. Когда сводишься, вот я сейчас сделал выстрел сначала без сведения, и КПЗ напомнил о себе. То есть он сказал, что: «Друг, я здесь, все нормально, я никуда не делся. Вот какой я прелестный был, такой я и остался». Но когда я сейчас свожусь в Тартойса, вы посмотрите, что происходит. Я реально пробиваю его не просто в комбашню. Ну, Тартойса выцелить в его жбан вот этот сверху на крыше — это не есть проблема абсолютно. А вот так, чтобы прям в центр бить, ну блин, это реально... Не знаю, раньше я бы сказал, что это какая-то подкрутка, особенно если бы соперник играл против меня, да, то есть если бы я играл на этой машине там или на какой-то другой, а КПЗ-ха была моим соперником в бою, то я бы сказал, что игра ему довольно-таки существенно подкручивает. Такс. Ну, в общем, вдалеке больше никого нет, к сожалению. Ну, а значит, нам необходимо попытаться тогда уж чего-нибудь сделать годного в бою, дабы совсем меня там фекалиями и гнилыми помидорами в комментариях не забрасывали. Забрали. Вот оно. Вот оно. Счастье-то привалило. Да. Последний, конечно, не зашел в Леопарда.
Ну, бог с ним. Слушайте, не будем досматривать бой по одной простой причине, потому что меня не интересует абсолютно, здесь будет победа или поражение. Меня интересует теперь уже, наверное, ребят, все-таки ваше мнение. Стал ли КПЗ-70 более точным? Свою позицию, причем, знаете, такую, на удивление, неоднозначную, я уже озвучил. С одной стороны, по ощущениям, вроде бы стал точнее при нормальном сведении, а, ну, я имею в виду, когда ты полностью сводишься, а с другой стороны, в ТТХ, как было, так и есть, и без полного сведения снаряды летят кто в лес, кто по дрова. Я пошел готовиться к стриму, на котором мы будем с вами обозревать веточку БЗ-75 и будем давать оценку каждой машине на уровне как в ее базовом состоянии, то есть в том состоянии, в котором вы ее получаете, так и открывая по максимуму все модули в топ, ну для того, чтобы посмотреть, как она в топовом состоянии играется. И так будем делать с каждой тачкой в этой ветке, поэтому, друзья, если хотите не пропустить, как я уже сказал, подписывайтесь на канал, ну а самое главное, нажмите на колокольчик. Стримчик буквально через час-полтора после выхода данного видео в эфир. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Ух ты, еще и победу получили.